Привет, друзья! По поверью, надо в один из масленичных дней обязательно приготовить тонкие блины. Тонкий блин – легкий год. Готовим тонкие блины, нежные, бархатные, с рыбной начинкой. Хотя начинку можно выбрать на свой вкус. Для блинов нам понадобится растительное масло, яйца, пшеничная мука, теплое молоко, сметана, сахар и соль. Блины будут без соды и без дрожжей. В миске соединяем яйца, сахар, соль и сметану. Все перемешиваем. Я готовлю из 1,5 литра молока. 700 граммов я наливаю в миску обычное теплое или даже холодное молоко. Всыпаю муку. Муку надо заранее просеять. И теперь вливаю горячее молоко, не кипящее, а просто горячее молоко. Ну и теперь оставим минут на 30, для того, чтобы тесто расстоялось. Прошло полчаса, добавляем растительное масло. Перемешиваем, и можно жарить блины. Тесто жидкое, заметьте, пожалуйста. Сковородка у меня 24 сантиметра в диаметре. У меня получилось всего 30 тонких блинов, 24 сантиметра в диаметре. Начинять я буду слабосоленой семгой, творожно-сливочный сыр, меленько порезала свежий укроп и мидии. Для начала я промазываю блин сливочно-творожным сыром. Кусочек рыбки и слегка укропа. И заворачиваю. То же самое делаю с начинкой. Тонкие, нежные, бархатные блины готовы, а начинку можно сделать любую, на ваше усмотрение. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким. Хорошей масленицы вам!